Братик, что случилось? За что остановили? Да, разбирается. Чекаю. Не, так, а за что остановили? Да вот, что? Что ждать? Не, ну они тебе сказали... Остановили. Сказали причину остановки? Ну, не знаю. Просили документы. И ты документы свои передал? Сейчас жду. Добрый вечер, мой диспетчер. За данными номерами у тебя транспортный засек на ничего регистрации. А ВИН-код в него не попадає на даному транспортному засобі, нічого не надав. Угу. Не той, що він надав документи. І зняти державний номер не знав, коротше, з реєстрації. Паспорт. Білий. Подвесний. І... Скоріше за все, це європлян. Да. По ВІН номеру вона на реєстрації не бежить за це ходить. И что, по ВИН-код даже пробили? Так, а что? И что, он капот даже открыл? Она видишь, на двери. А за что остановили? Так машина не на регистрации. Так, а что он нарушил? Так нужно ездить, что машина не на регистрации. Так у меня тоже она не зарегистрирована, и езжу все хорошо. Это и ВИП дали все. Ну, будет, будет, но хорошо. Он перепуганный сидит, говорит, что вы его запугали. Что это самое? Ну, пытались его вытянуть с машины. У вас видеофиксация. Да то такое, там рукой прикрыло, ничего не видно. Да ну что, ну это правда. Ну, знаете, на ВИЧ. Ну ему пояснили, что машина не его, что ему переживать. Ну, слідча оперативна группа забере свидетельство про регистрацию на... И машину, да, заберет? А это уже она будет принимать решение. Або так, або нет. Ну так, как машина на регистрации, возможно, так. Зараз такий Мерседес ездит себе далее, но уже на других номерах. Так, а вы посмотрели, что ВИН-код не такой? Так, на машине другой ВИН-номер. А он капот открывал? Дверь, дверь ручная. А, дверь? Так, я скажу, тут наліпка ВИН-коду на дверь. Братка, а так они, что у тебя машина двойник? Эй, мужчина, я не свой, они меня остановили, сказали, что есть проблема с номером. Это типа не совсем моя. Как-то так. Но они просто у тебя ее заберут. Ну, сейчас буду. Уже следственно оперативно он приехал, я с ними только что общался. Не, ну сейчас буду узнавать дальнейшие действия. Ну, по факту, как бы, нужен тебе адвокат. Есть у тебя с кем связаться? По этой теме? Ну, не сильно, я же говорю, что я без понятия о дальнейших действиях. То есть сказали, что машина, номер не на регистрации, уже буду проверить. А ты давал им, открыл дверь, да, все, они проникли. Да пусть сама следующая оперативная подходит, скажи, пусть подходит сюда, что ты это? Не надо быть становиться, пусть... Товарищи полицейские, следователи подходят и это сами. Ну, кто такой? Я харьковский блогер. У вас есть вопросы ко мне? Да. Какие у вас есть вопросы? Вы имеете отношение к этому автомобилю? Да я имею отношение к этому человеку. Давайте, какое? Давайте вы не будете градус повышать. Я не повышаю, ну, я спрашиваю вас. Ну так и все. Я знаю, чем они занимаются, знаю, чем вы занимаетесь. И чем же мы занимаемся? Раз. Хорошими делами. Поэтому сделайте улыбку на устах. Давайте вы мне не будете рассказывать, что мне делать. Хорошо? Я вам просто говорю. Вы задали мне вопрос, я вам ответил, кто я. Хорошо. Понимаете? Вы хоть человеку объясните, человек даже вообще ничего не понимает. Все ему поведомили же, я вам разве ясно? Ну, сказал, что проблема с регистрацией. Ну, а товарищ, вы же товарищ следователь, правильно я так понимаю? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Знаю, сектор Дюзне, Харьковского района управления полиции номер 3, старший управление полиции, Назаров Дмитро Богданович. Дмитрий, правильно я так да. понимаю? Первое, гражданам нужно быть лояльными. Постоянно улыбка на устах. Это первое. Второе. Человеку объясните вообще, что происходит.
вот когда я начну проводить следственные действия, я ему все объясню. А какие у вас следственные действия могут быть? Вы просто изымаете паспорт, и техпаспорт, и все. Ну це є слідча дія. Та ми знаємо, як все проходить, повірте. Ну, хорошо. Я дуже радий, що ви знаєте, як це все проходить. Повірте, будьте немножечко лояльні. Щоб градус, як говориться, не повишати. Нормально видали тачки. Черри, 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 кью-кью. Короче, не знаю, видно меня, не видно. В общем, забрали документы у человека. Товарищи сыщики нашли автомобиль, который якобы является двойником. И сейчас проводятся следственные действия. Что будет происходить? Напишите в ваших комментариях. Ну, чтобы вы долго не писали, я вам просто расскажу. Сейчас изымутся у него документы на транспортный засип. По идее, они должны еще забрать как бы машину. И она поедет на штрафплощадку. И человек дальше будет все через суды доказывать, что, да как и почему. Как-то так. И я погнал дальше.